Выставка «Товары земли российской» наконец-то в Чебоксарах. В самом центре столицы развернулась масштабная ярмарка. Более 65 предпринимателей из более чем 20 регионов страны привезли в Чувашию свою уникальную продукцию и самые разнообразные товары. Изделия из натуральной овечьей и верблюжьей шерсти, шубы, авторская коллекция шапок и беретов, льняная одежда, текстиль из бамбука и известные на весь мир оренбургские платки. Давно искал такой платок оренбургский. Увидел, что они приехали. Теперь куплю. Жене в подарок. Здесь же в подарок можно купить эксклюзивную косметику, бижутерию или ювелирные изделия. Также на ярмарке большой выбор товаров для здоровья. К примеру, вот такой турмалиновый шарф отлично держит тепло в любую погоду и помогает при болях в горле. А магнитный пояс спасает при проблемах с суставами, обещают производители. Посетители выставки смогут приобрести товары к праздничному столу. Сыры, колбасы, рыбные деликатесы с Камчатки, грибы и ягоды из Архангельских лесов. Всем желающим предлагают продегустировать продукцию прямо на месте, оценить качество и выбрать товар по своему вкусу. А для сладкоежек здесь просто рай. Восточные сладости, конфеты ручной работы, мармелад и, конечно, мед. Кроме этого, тут огромный выбор чаев. Я купила для укрепления иммунитета. Думаю, что чай хороший. Прям запахи здесь такие хорошие, приятные. Вот. Будем повышать иммунитет. Пусть приезжают еще побольше. Организаторы эти пожелания учли. Данная выставка проходит в нашем городе первый раз такого формата. Формата универсальной выставки потребительских товаров. Мы планируем ее проводить 3-4 раза в год. Собрали здесь, на площадке Ледового дворца Чебоксары-Арена порядка 65 производителей с разных концов нашей страны. Здесь представлены товары, которые отлично подойдут для подарков к новогодним праздникам и которые сейчас у нас будет День Матери. Выставка открылась в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Она будет работать с 22 по 25 ноября с 10 до 19 часов.